Штат сотрудников Хостинской уголовно-исполнительной инспекции – только 4 человека. Именно они ведут контроль за лицами, которые осуждены к наказаниям, не связанным с лишением свободы. Такие в год проходит до 600 человек. Ранее филиал располагался в Хосте, в здании районной полиции. Условия службы, конечно, были стесненные. Сегодня они получили новое помещение в микрорайоне Бытха, улица Лесная, дом 6. Почти 200 квадратов помещения, полноценно сотрудники теперь располагаются. Ну, это, конечно, будет отражаться положительно на качестве нашей совместной работы и на нашем взаимодействии. Работа сложная, но теперь у сотрудников есть комфортное и просторное помещение. Более 200 квадратных метров капитально отремонтировали. И Федеральное агентство по управлению государственным имуществом передало помещение в оперативное управление. Теперь каждый сотрудник обеспечен отдельным кабинетом для работы с лицами, состоящими на учете. Более комфортные условия позволят более тщательно прорабатывать, так сказать, работать с осужденными, более тщательно проводить психологический анализ. Здесь будут также располагаться психологи, которые будут приезжать сюда. Ну и профилактика, предупреждение повторных преступлений. Сейчас только в Хостинской уголовно-исполнительной инспекции под наблюдением около 300 осужденных. Кроме исполнения наказания, задача сотрудников – оказать им помощь в социальной адаптации и привлечь к этому общественность. Цель и задача – это исключительность повторной рецидивной преступности, продолжить работу по сокращению численности осужденных, состоящих на учете. Это больше материалов отправлять на условно-досрочное освобождение, то есть за примерное поведение. В нашем регионе 42 филиала уголовно-исполнительной инспекции. Они расположены во всех городах и районах края. Ежегодно сотрудниками этой службы осуществляется контроль за 25 тысячами осужденных наказанием, не связанных с изоляцией от общества. Елена Овсицына, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.